Майя. Ассалам. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Алейкум ассалам, братья. Алло. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Сейчас я в машину сяду, вас плохо слышно. Алейкум ассалам. Я хотел вопрос один задать. Я сам тоже шиит, азербайджанец. Хадис про ученого. То, что у каждого должен быть ученый. Достоверный ли он, или как вообще удостовериться в нем? Не понимаю вопрос. А в чем вопрос? Ну, то, что у каждого человека должен быть ученый, без ученого намаз не принимается. У нас есть целая лекция на эту тему, на Довида Лайф. Поищи, посмотри там. Там есть очень долго, говорим на эту тему. Хорошо, спасибо. Иштихат и таглит называется. Да, вот насчет таклида хотел узнать. Да-да, посмотри, на Довода Лайф есть видео у нас. Хорошо. Спасибо большое. Не за что. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. По традиции решил выйти в прямой эфир после дискуссии. Надеюсь, смотрели. Надеюсь, полезная была, если смотрели, конечно. Я вот от брата Исмаилита все жду ответа, от Али. Жду, когда они выйдут на связь. Очень, очень интересно, то есть очень большое желание есть пообщаться. В прошлый раз почему-то как-то не получилось, к сожалению. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Амин. Шиит следующий по пятам. Альхамдулилла. Если полезная была, то альхамдулилла. Ну, с кем будет дискуссия? Мы же не выбираем себе, так сказать, оппонентов. Кто согласится, с кем, с теми дискутируем. Как бы здесь выбора нет. И насчет того, что некоторые говорят, что Али слабый, там и такой, и сякой, там, не знаю, кто-то говорит, что вот если бы был Джоузи, то было бы то, было бы это. Нет, просто Джоузи больше балагана устроил бы, больше криков, там, истерики, больше неадеквата было бы, просто и все, не более того. У них доводы одинаковые, они одно и то же приводят. Поэтому здесь вообще неуместно, не совсем корректно говорить о том, что сильные, слабые и так далее. Я просто это к чему говорю? К тому, что человек, который спрашивает, с кем следующая дискуссия, я так предполагаю, что этот вопрос именно с этим подтекстом задан. Алейкум ассалам, Мухаммад. На Джоузи, да, Джоузи с первого дня он боялся и трёсся. Вообще неадекватный человек, абсолютно неадекватный. Во-первых, когда мы с ним только-только начали общаться, он хотел, чтобы я к нему приехал. Не он ко мне приехал, а я к нему приехал. Я не был на самом деле не против приехать к нему, просто нужно было заранее обсудить регламент, правила, тему обсудить. А он мне говорит, приезжай, говорит, потом обсудим. У меня очень много было братьев, очень много случаев было, и когда я приезжал, а человека не оказывалось на месте, понимаете? Человек
миллиарды, триллионы там оправданий придумывал, лишь бы со мной не встречаться. Очень много было таких случаев в Москве, в других местах. Поэтому это совершенно неразумно ехать куда-то, заранее не договорившись, не заключив договора с человеком. Он говорит, приезжай, приезжай, здесь договоримся. Это неразумно доверять. Очень много было салафитов, было суннитов, которые говорили, приезжай, подискутируем. Приезжал, а его на месте нет. И не найдешь ведь. Поэтому человек, этот Джоузи, он человек совершенно неадекватный. Абсолютно неадекватный. Очень долго смеялся. У меня одно видео было, где я говорил, что суннитский мир как таковое не враждует с шиитским миром. Именно вражду сеют именно ваххабиты. Он решил это видео опровергнуть. И опроверг тем, что перечислял ваххабитских деятелей и ваххабитские учреждения, что вот они враждуют с шиизмом. Ваххабитские. То есть насколько человек должен быть неадекватным, чтобы утверждение о том, что кроме ваххабитов обычные сунниты не враждуют с шиитами, опровергать тем, что нет, вот смотрите, ваххабиты враждуют с шиитами. Это какого уровня неадекватности человеку нужно достичь, чтобы вот такие ответы давать? Поэтому этот его ролик, который он сделал в опровержении моих утверждений, очень сильно развеселил меня на самом деле в свое время. Ну, Джоузи не оппонент, он мне не оппонент. Джоузи вообще не оппонент. Он слабее, чем даже, намного слабее, чем Абу Сумайя. Намного слабее. Почему? Потому что Абу Сумайя, он проявляет еще нравственность. Нрав проявляет. Поведение у него соответствующее. То есть он умеет себя вести, Абу Сумайя. А этот, он мало того, что будет еще неадекватно себя вести, тупить будет, он еще и будет себя как истеричка вести. Истерить там будет. Поэтому только ради Бога, пускай соглашается, я только повеселюсь на дискуссии с ним. Когда человек ведет себя так, как Абу Сумайя, да, то есть у тебя нет повода его, так скажем, унижать, да? Ты не можешь его унижать. Ведешь себя соответствующим образом. А вот если бы Джоузи согласился бы на дискуссию, то поверьте мне, я бы, иншаллах, с помощью Аллаха просто окунул бы его в одну жидкость. Кто такие салафиты? Ну, это последователи, то есть, что я подразумеваю под салафитом? Подразумеваю последователей Ибн Тайми и Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб. Вот это и есть салафиты. Они между собой тоже отличаются, конечно. Очень сильно отличаются. Потому что тьма, она разновидна, а свет, он един. Вообще, братья, очень хочется, честно, очень хочется пообщаться с Джоузи в дискуссии именно. Не просто так пообщаться, а именно в научной дискуссии с ним пообщаться. Если поможете с этим, да, будет очень хорошо. Что нужно сделать? Нужно устроить некий такой флешмоб. Надо такую акцию устроить. Всем на его странице писайте, на его странице в Инстаграме, в Ютубе. Постоянно пишите, чтобы он вышел со мной на дискуссию. Может быть, какой-то дух и смелость в нем все-таки зародится. Хотя бы честь его затронет это все. И он решит согласиться на дискуссию. Чем отличие между Ибн Тайми, он человек образованный, а Мухаммад ибн Абдул-Вахаб это быдло. То есть он необразованный человек. Разница между ними в этом. Ибн Тайми на самом деле был, то есть имел образование. У него было образование, в отличие от Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб брал у Ибн Тайми его учение, конечно, со своим привкусом и со своим подтекстом, и со своей такой окраской.
где очень много было противоречий, в том числе, само собой, как у обычно бывает у невежественных людей. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Нет, дискуссии с исмаилитами я и не планировал, как бы. У нас не было дискуссий, просто общение обычное, простое общение, разговор. Но, к сожалению, пока ждем. Али обещал, он сказал, что непременно найдет человека, с кем я могу пообщаться. Не просто, не то, что дискуссия, да, а просто пообщаться, побольше узнать исмаилизм, как они вообще рассматривают, видят, как они, с какой точки зрения видят исмаилизм. Есть очень много вопросов, которые хотелось бы знающему исмаилиту задать. Ну, да, пожалуйста, я не вижу смысла вести дискуссию с людьми, которые не говорят на русском языке. Да, это по поводу к вопросу о том, почему бы не провести диспут с Рами Исой. Я не вижу никакого смысла дискутировать с арабоязычными, потому что аудитория наша, да, вы русскоязычные. Если он хочет дискуссии, у нас очень много ученых, которые говорят на арабском, и у них арабоязычная аудитория, пускай они дискутируют, причем здесь я, почему я должен с ним дискутировать, это во-первых. Во-вторых, опять-таки, я от дискуссии не отказывался, потому что я никогда не откажусь защищать Аль-Бейт, никогда не откажусь защищать учение Аль-Бейт. Но он уличный пацан, он не апологет, он не ведет дискуссии, он не умеет вести дискуссии. Он просто не способен на это, он не из этой, это не его уровень просто вести дискуссии. Он максимум может просто позвонить там внезапно кому-то, человеку звонит, задает какой-то вопрос. А тот, естественно, ну вы понимаете, то есть кому угодно позвони, в любое время задай вопрос. Не факт, что он тебе на этот вопрос ответит. Может, он занят на работе, общается с кем-то или еще чем-то занят. Но, естественно, люди, которые слышат его эти вопросы, что видят, что он пытается навязать им какую-то дискуссию, да, какую-то полемику, естественно, бросают трубку. Он этим пользуется, вот от меня убежал тот или иной шиитский ученый. Или там на улице подойдет человек, просто идет человек по дороге своей, давай навязывать ему дискуссию. У меня, допустим, очень много было. Я подходил к суннитским деятелям, говорил, давай устроим дискуссию, да, допустим. Они отказывались. Но я же это не выставляю, не говорю, вот, смотрите, как бы я его поймал, а он убежал от меня. Почему? Потому что я понимаю, что сейчас ему может быть неудобно, у него могут быть дела, да и вообще он не готов к этой дискуссии. Поэтому Рами Иса – это не тот человек, с которым можно вообще теоретически вести дискуссии. Алейкум ассалам. Джазакум Аллах хайран за добрые молитвы, братья. А так, братья, я неоднократно говорил вам, еще раз повторю это, скажу еще раз, возможно, вы не слышали. Рами Иса или там Демешки. Они не собирались со мной дискутировать, понимаете? Что происходит? Я когда предлагаю русскоязычным суннитам дискуссию, эти русскоязычные идут к ним, говорят, предложи ему дискуссию, он все равно откажется. Понимаешь, они это делают. Они предлагают мне дискуссию, такие люди, как Рами Иса, Демешки и так далее. Они это делают с расчетом на то, что я откажусь. А когда я соглашаюсь, они начинают там всякие акробатические приемы показывать. То, что Дамяшки говорит. Он сам якобы предложил мне дискуссию, но когда я сказал, когда дал свое согласие, он говорит, а кто он такой? Кто он такой, чтобы я с ним дискутировал? Я тебе что, дискуссию предлагал, что ли? Ты же якобы сам предлагал мне дискуссию,
То есть в чем смысл предлагать дискуссию, а когда соглашаются, говорить, а кто он такой, чтобы я с ним дискутировал? Ну, вы просто не понимаете эту психологию суннитов, у них так психология устроена. Они не хотят дискуссии, они хотят пугать, они хотят, чтобы бежали от них, чтобы пугали. Ну, они думают, что я там, допустим, испугаюсь Рами Ису, там, ну, якобы он какой-то такой великий ученый, или испугаюсь Дамешки. С расчетом на это предлагают дискуссию. А когда соглашаешься, они начинают там придумывать оправдания. А так, если есть памирцы, если исмаилиты здесь, я с удовольствием как-нибудь устроить общение со знающим исмаилитом, убежденным знающим исмаилитом, пообщаемся, если есть, я обращаюсь к присутствующим исмаилитам, если есть здесь в эфире. Без агрессии, без вот этих вот обвинений и так далее, там то, что в прошлый раз происходило, какая-то агрессия непонятная, откуда возникшая, террористам начали обзывать. Ни с того, ни с сего. Алейкум ассалам. Братья, некоторые вопросы, они длинные. Ответ, чтобы на них ответить, надо целую статью написать. Поэтому не расстраивайтесь, что я вот это вот, игнорирую такие вопросы. По поводу вот этих людей, которых ты спрашиваешь, где про них можно прочитать, доводы.ру. В особенности в старой версии очень много материала. Кстати, братья, это тоже вот скажу про это. У нас старая версия доводов, где очень долго работа шла над которой, и много материалов было, эта старая версия до сих пор существует. old.dovody.ru по этому адресу. На доводы.ру там есть ссылка в самом низу страницы, главной странице, есть ссылка на старую версию. Пользуйтесь. Очень много материалов там. Про меня кто-то спрашивает, есть ли видео про меня. Да нет, у нас есть видео про наш проект доводы.ру на канале, на нашем доводы, на YouTube-канале. Если хотите, можете посмотреть. А про меня что? Что про меня интересного можно рассказать? Дискут, иншаллах, определим, когда следующая дискуссия будет, посмотрим. По поводу словара, то в интернете это все можно перевести. Те же самые энциклопедии, через те же самые энциклопедии можно эти слова перевести. Я не думаю, что там прям сложно. Но какого-то отдельного словаря я не знаю. Да, на следующей дискуссии, иншаллах, договоримся, я не знаю. Скорее всего, через дней 10, через 2 недели где-то будет. Раньше не получится у меня, к сожалению. Алейкум ассалам. Что вообще, какие у вас впечатления про дискуссии? Кто смотрел? Поделитесь, мне интересно просто. Валейкум ассалам. Вообще, само по себе биржа, она не предосудительна, можно заниматься. Но в зависимости от того, какая биржа, и надо исследовать биржу. Саму биржу тоже, от биржи это многое зависит. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Про Садыка Ширази у нас есть видео на канале «Доводы» в Ютубе. Тоже посмотрите. Просто наберите «Доводы Садык Ширази». Ну, мы эту тему закроем сначала, потом посмотрим, что мы потом сможем открыть, какую тему, или откроем ли вообще. Алейкум ассалам.
ученые, которые, алейхим ассалам, ученые, которые стали гулатами, ну, можно так сказать, что, да, сподвижники, именно про ученых сейчас не помню, то есть ученые имеется в виду в момент большого сокрытия, таких я сейчас не припоминаю, но во время присутствия самих имамов были сподвижники, близкие, причем сподвижники, да. Алейкум ассалам, джазакумуллах хайран джаза. Иншаллах, да полюбит вас Аллах и ахль аль-бейт и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Ну, по поводу того, удалено или не удалено, мы это еще обсудим, иншаллах. Наверное, обсудим, скорее всего. Нет у нас никаких доводов на то, что что-то из Корана удалено. Нет вообще никаких доводов. Алейкум ассалам. Так, я не сильно отстаю, по-моему. Вот в Иране обстановка отличная, прекрасная просто. Конечно, могла бы быть лучше в Иране. Да и вообще во всем шиитском мире. Сейчас сгущают краски, очень пытаются, так сказать, сгустить тучи, представить в плачевном состоянии шиитский мир, в плачевном состоянии ситуацию в Иране, в Ливане и так далее. Но это на самом деле не так. Все не так, как может... Я не знаю, интересуются вы, читатели новости, статьи, аналитику на эту тему в русскоязычной прессе. Но ситуация, конечно, могла бы быть лучше, но я лично очень оптимистично настроен по отношению к тому, какая ситуация вообще в шиитском мире, и в особенности вот в оси сопротивления, да, это Ливан, Йемен, Ирак, Иран и Палестина. Будущее, на горизонте очень светлое будущее, иншаллах, то есть то, что я вижу, да, то, что я могу через анализ, через видение и понимание сегодняшней ситуации, то, что я могу наблюдать в будущем, оно очень светлое, иншаллах, намного лучше, чем сейчас. На каком сайте? Я, честно говоря, не знаю, что какой сайт какой-то порекомендовать. Честно говоря, не знаю. Но в русской, понимаете, это всегда так. То есть то, что в России пишут про Америку, оно такое, отчасти, большей части дезинформация. И то же самое, что в Америке пишут про Россию, это в основном дезинформация. И так всегда бывает. Потому что люди не живут в этой среде, они в другой среде живут, с другой точки зрения все видят. И поэтому осознавать и понимать ситуацию адекватно не могут, оценить ее адекватно не могут. Итог войны в том, что насчет последней войны, последнего столкновения в Палестине, итог то, что израильтяне и так сидели на чемоданах, то они уже вообще окончательно собрали чемоданы и ждут момента, чтобы уехать оттуда. То есть, если вот коротко описать ситуацию, ситуация такова. Понимаете, дело в этой войне не в том, чтобы больше убить, больше разрушить. Нет. Эти люди приезжие, они приехали туда за комфортом, за удобствами, за новой, удобной и комфортной жизнью. Они оккупировали, отняли чужие дома, оккупировали чужие земли для этого. И любое малейшее сопротивление их пугает. И они собираются туда, обратно, к себе домой. Поэтому, конечно же, это была очередная победа
оси сопротивления, в первую очередь Ирана, и во вторую очередь победа Хамаса. И Израиль еще на десятки шагов приблизился к своему расформированию. По поводу 17 тысяч аятов, это мы, иншалла, посмотрите продолжение дискуссии, мы, иншалла, этот вопрос обсудим, я разъясню, какова точка зрения наших ученых насчет этого хадиса. Англоязычный тоже я особо так не мониторю, турецкий тем более, поэтому, опять-таки, здесь, скорее всего, я дилетант-дилетант.